давайте тогда пока ребро бить начнем. Давайте чек на пул. Хаски нету. Дайте рыбу. Маги стол. Этот нейки стол. У лимона типа дока другого нету никого, да? Ну там на пропасть Индрулича она зайдет, но мага. Может на Эршаму. Как раз, наверное, лучше будет, скорее всего, на Эршаму попрошу. Я вас категорически приветствую. Привет. Привет. Давайте раздупляйтесь по речи там. Молджа. А что ты не возьмешь, кроме этого мага? Ну, взамен этого мага кого-нибудь. Я же все равно вместо ДК буду заходить. Нет, ты. Как тебе объяснить, ты пойдешь. Шаман, два окна? Всего. Нет, какие два окна? Мытья твой на профа Синдрулича не пойдет. Вот. Ты зайдешь. Нет, ну это я поняла, это я поняла. Я насчет просто, ну. Да, ну в общем его из инста выкидывать, да? Что? Из инста его выкинуть, да. Мага. А он у тебя что, на стен? Да, присамонили. А как ник у него? Аферист. А я просто. Ну конечно, убери его с инста. Я-то не понял, что это ты. В заметку напиши. И звание, бродяга. Это ж твинк ее или другую? Ну другую? Да, там, в общем, отдали мне это. Самой, в общем, можно на меня. Кроме меня он не будет это играть. Поклонский будет танчить, да? Да, сейчас да. Сейчас там кто-то был, по-моему, кто-то плюсовал. Ну а этот как его? Носок или кто там? Кто там подходил? Носок сказал, что он зайдет минут через 7. Прошло уже, в принципе, минут. 5 минут прошло. Понятно. Ну сейчас стартанем, значит. Давайте, чек на пул. Не, вагон рога не нужен. Как все выгониться хотят, а? Мы берем только тех, кто анбал захилил. Что такое, Ваня? Чё, ничего. Что, нет, нашел? А, ты просто написал в чате Слава. Ну смотрите, все приняли готовность. И тактика очень простая. Сейчас танк начинает, хилы хилят, даем рост, ДД дамажит, стоим в меточке и охеренно все. Появляются шипы, разбиваем, в лужах не умираем. Давайте не будем умирать в лужах, будет все отлично. Чек на пол. Начинай танк. Там старая прессует. Беги, малышка, беги! И готовим сейчас шипы. Видите, хитрый. Хорошо, в лужах не стоит. Шипы бьем. Бьем три шипа сильно. Все бьют. Милики, РГД. Не вижу. Не вижу по звезде дамага. Смарткил, не стой в луже, пожалуйста. Шипы приготовились, еще три шипа. Сильнее шипы, пожалуйста.
развернулись, бьем шип. РДД не вижу, сильнее шипы разбили, три шипа. ДПС неплохой, в принципе. Пылить. Идите на трэш. Ставьте шкаф, пожалуйста. Так, я на декада сейчас зайду. Сейчас поставят шкаф. Можешь пока аккуратненько пачечку согреть. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть далека. Источник истинной силы. Лук скупи, пожалуйста. Так, какую-то шмотку. Посмотрите на свои руки. Кто там что выиграл? Давайте обмен. Волтер пояс. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете пояс, собственную ущербность, передайте, тем скорее выберете иной путь. А кто осколок занидил? Ну еще осколок, да. Осколок не видел. Предатор занидил. Войт, ну шо там, когда поиск будем ролить? Сейчас, подожди, не передаю. А третья шмотка какая там была? Его сила не знает. Ноги. Там башка, ноги. Ой, ступни. Не кажется, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, ну, на будущее, ребята, не надо вот так вот ролить там. Помыслить. Глаза разбегаются в разные стороны, я все понимаю. Третья шмотка какая была там? Шлем какой-то, что там было? Шлем без помпы. Давайте ролим пояс. Кто там по ИП, сразу скажите. Кто-нибудь на сум нажмите. О, походу я. Давай к звезде идти, обмен, давай. Да, еще бы с 89 в кадр, ЕП. Тапки на моей инболте. На оффроль 10% паролу. Тапочки. Пол они на уф никому не нужны. Да ничего. Так, предатор, брат. Я хочу, чтобы ты не делал больше так.
Ваня, пока, наверное, ДК пойдешь, ничего. Потому что если семьи нету. Подумаешь, там ДК тебе. Пойди поставьте стол. Так, поставьте стол, отпивайте ману. Сейчас начнем. Значит, по контролю. Кукуруза, контролишь квадрат. Апис. Контролишь трусы. Месяц контролите холодильник, там стан какой-нибудь дадите. Только по очереди. Дух как касается. Как обычно, справа бьют РДД. Стол маги. Слева, слева будут два БДК, дальше справа протокол. Злой, злой, дай мне маме. Давайте активно. Трэш, значит, будете бить все. Если будет плохо сливаться трэш, будет ДП. За буквы то же самое. Чик на пол. Варенька тут? Дайте лапу. Лапу дайте. На кого там первый на пол, кто ловит? Поклонский? Появился трэш, развернулись, бьем трэш. Дал кружочек для ориентации. Все быстро завоешь. Кинули туда звездопады. Сильнее трэш, духи, бежим. Зона, все бегут, танки бегут, РДД бегут, хилы бегут, все бегут. Поднять рейд. Фу, заход на рейд. Когда духи, две побилки можете прожимать. Духи появились, контроль, секунда. Побежали все. Даем контроль, фиры на лизо. Дали фиры. Никто не умирает. Отлично. Трэш вышел, бьем трэш, духи побежали, все бегут. Дал кружочек, в кружочек АОЕ. АОЕ даем, быстрее трэш. Милики тоже вас касается. Побежали. Добили трэш. Добили всех мобов. Добили мобов. Видите, поколение. Дух появился, внимание, контроль. Побежали все. Дали контроли. Это заклинание еще не готово. Надо
трэш появился. Бьем трэш, духи побежали. Все бегут, все бегут. Кружочек АОЕ. Смотри, там поклонский огонь наберет, на нем контрол был. Живем как можем, бьем трэш. Духи побежали, центр бежите. Трэш, не вижу урона. Милики, как дела у вас? Нормально? Вы должны бежать и бить трэш. Милики, убейте моба, кружок. От него отражение идет. Дали фир, Мелизона, не уешь. Романа, спойте. Пою Роман. Я вы маму Сальву поведу. Сальву кинули. Ну все, теперь умирает только. Бегите от духов. Дух ДД босса. Фэш не трогаем. Давай туда. Убай во тьму. Все, добивайте. Вечную тьму. 5000. УП. На все воля господина. Слав, а ты иду на корабле срочно. Есть у кого-нибудь мясо в рюкзаке? Мне нужно Пета покормить. Он у тебя без настроения, что ли? Он жрать хочет. Забыл мясо купить. Послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. А символ стоит, но он хреново хилит. Символ говоришь. Я пока не могу прочитать это заклинание. Вот интересно, почему он будет. Акамагош, храбрые воины. Солдат Альянсу тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Всех было? Угу. Да. Давайте этих мобов убьем, если не поможет. Не, задние по идее. Задние по идее. И пошли на задние. Тех не трогайте. Я тоже смотрю, я портанулся и вот этих пачку первую слили и бой. И как их сагрили? Тоже кто-то сагрил, что ли? Thank you.
Ох, отлично, боя нет. Пошли на корабли. Клонский в танке. Потому что Ваня отошел. Как Ваня придет, то будет танчить, скорее всего, потому что АБК. Ну, там посмотрим, там. Надо будет на профессии Грулича, потому что мутью на шаманов заведу. Бегите на корабль, быстрее берите ранцы. Сак-сак. Эй, как дела? Кровь и гром. Пушки займите все. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом! Лактарагар! Миленький, не умирайте здесь, а то ребафит вас еще раз. Мама, пушка пустая. Зайдите все пушки, пожалуйста. Миленький, обязательно летайте туда и бейте моба. Мага. Вы видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Так, кукуруза и те, кто с ним общаются, если это какие-то конфликты и ситуации, то, пожалуйста, в ПМ. Не засирайте чат просто так. Давайте ауешим, уничтожайте этих дружинников, чтобы их не было. Ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Телемага не пушки. Сразу запускайте сетка.
Каких убах? Шею на моим ролем. Хилы на оф. Десять процентов роли. С рука запустите, пожалуйста. Хант надо? Не, уже хватит. Вон, бери интерлуда. Суммуйте его сразу и бафы дайте быстро. Вон будет, будет два лука хватать на лечо. Тангуй, пожалуйста, пояс на ловкость для ханта. Сейчас я еще за вам. Да, более неинтересно, то возьмет этот Ваня. Или нет? Ваня не зашел на вара, да? Нет, Ваня пока так что не. Скорее всего. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце. Ну, дайте 300 баф. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности. Палитра тогда кто он? ВД? Или во все окники? Когда она умирала, посмотрим. Что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил. Дайте им по 5, Антон. Спасибо. И чист. Но тут он в ВД. БДК ДД он. А, иди. А, там кошмар просто. Жалкий старик. Ну что ж, герой. Линканите там до начала боя кто-то. Мы тут без палитры бьем, так что имейте в виду, надо будет сильно трэш сливать, а то он очень мощно трэш сливает. Трэш бьем без исключения, не будете бить 100 гп. Во имя короля лича! Секунда, бьем всех. Земля, обогнитесь, слуги мои. Я пока не могу прочитать это заклинание. У меня нет цели. Земля обогнится вашей кровью. Я пока не могу прочитать это заклинание. Будет еще трэш или два. Приготовьтесь. Даже... Внимание, трэш 3 секунды. Все бьем трэш. Веселитесь, слуги мои. Земля обогрится вашей кровью. Читать это заклинание. Надо подождать. Земля обогрится вашей кровью. Я пока не могу прочитать это заклинание. Сейчас будет последний трэш. Все бьем без исключения.
Трэш бьем. Да, Хантов пофиксили, что ли? Что-то ДПС какой-то странный. Не знаю даже. Позапрошлой неделе видел Ханфуловый дал 22.50. Похороним тебя, как подобает. Но он, правда, не бил трэш. Леголас, а ты с истерией? Без, но все равно как-то 17к даже не смог дать. Защитник. А трэш бил. Ну да. Открывайте. Кота еще нет. Ну да, кота нет. Да, но все равно, ну как-то вообще. А народ, эти наручи Сауфа идут на ретрика? Нет. О, спасибо. Заходите туда, Вальку пока не ведите. Все паркуйтесь туда. Пойдем на лед сначала. Так, танк веди Вальку. Все стоим здесь, Вальку сюда прям ведем. Секунду, секунду, и меняет. Кто с истерией тогда был? Я не кинулся. Так. Интерлюд, подходите, пожалуйста. Танки вперед, хилы вперед. Обнажите клинки, соратники. Трайгулы наскорб будут стоять за королеву льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Это заклинание еще не готово. Надо
Так, я тут, сорян, Слав. В этом. На барьке, на семью идем. Давай на два раза иду, там на него ролик, кольцо уже строю. А ты спроси, знаешь кого? Тоже там в москальце. По-моему, говорил мне этот. У вас шмотка Леголасу. Там у тебя сколько варов поэтому? Ну туда, да ладно, за щитом зайду. Сейчас спать. Это да, это важная тема. Щит вообще, я не знаю, кто товар, это вообще божественный класс. Сегодня, ну, намеревался танчить пацанам, короче. Зашел кто-то, то ли Поклонский, то ли кто. Прям уже думал, сейчас затанчу ему тебе товар. Да что-то вообще, я не знаю, две РС-ки собралось, СЛК не собралось. Тупо понял, на РС-ку, ну онлайн такой чик, на первую нету, там 20 еле-еле там насобирал. На вторую там 30 уже. Чик РС-ку убили. СЛК пишу, плюс. Это самое, онлайн 20, типа. Ну пиздец. Завтра, я думаю, пара ребят, которые сейчас в рейде зайдут, будет нормальная обычка ЦЛК. Мордэн квест там сделаем. Ну я по пятницам не могу на обычки попасть. Ну понятно. Я наверное попадаю только потому, что плюс 4 от Москвы. Ничто не спасет. Повезло некоторым по обычке ходит. Сражаться, братья. Так бы тоже не попадал. Осторожно, а уезжайте, короче. Сейчас, короче, вальку зерганем, будет сделать, готовить. Его, значит, стекаемся я. Сатарарепа. Сатарарепа у тебя кто там? ДЦ? Вроде ДЦ у него, да? Да вроде ДЦ, блин, носок, у тебя ДЦ там? Не ВК. Да, может быть, Поклонский АДК идет, я по танчик это духа БДК ДД. Воля, кстати, падала. Что падало? Воля падала? Нет. Упала это наруч. Давайте вальку сильно. Там видишь, Ваня, какая тема. Мы тебя у нас вагоны, АДКшка, она на шамана, скорее всего, зайдет. Мы на Синдро не знаем, может еще Синдро оставить. Я отвечу на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Я бы, может, Толкин может что-то забыл. Нападай, гроза плети! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Давайте все в хилу, что можете. Пустить меня на опыты. Так, что там будет? Так, дайте стулья, которые штрудили проебал. Так, на рейде будут Репа и я. Дедминит. Буйнар Хаприст. Дедминит, похилишь Валю.
Маги, дайте, пожалуйста, стол. Вам что, в подлову, что ли? На каждом борту. Эрдру и Ршам на вальке, полипал на вальке. И здесь на вальке. И Сетер репу на вальке. А нет, Эрдру давай на рейде со мной. Репу. На вальке. Там шаман в Огримаре. Да, ставьте шкаф. Сейчас сумнем шамана. Так, значит, летать будете. Апис нормально поводишь там в порталах? Я же на рейде с тобой. Что-что? Я же с тобой на рейде, я что-то путаю. А, да-да-да, точно. Как огурчик, сестра. Поводишь там этот пугал? Не-не-не-не. Тогда Лигой справишься. Так, чек на путь. Так, а стол был, нет? Дайте стол. Возьму хоть ману. Этот анимал джаз здесь, танк. Ну би его сказал 2 минуты. Литр пепси ёрнул, пацан. Ладно, начинаем, короче. Там ВДК, если что, акулы покидает. Уничтожьте зеленого дракона. Централизуемся все, милики, РДД. Центр идет. Трэш. Вы его бьете. Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Зомбакам косты сбивайте. Давайте, бейте трэш, он не должен работать. Бьем справа, слева, сверху, быстрее, быстрее, быстрее. Кинулись на подавление все. Сверху огненный, справа один. Давайте трешак валим. Толстый для танка, смотрим подавление. ВД, все подавления смотрим. Справа снизу, слева сверху. Разбежали время подавления. Толстый потом доклепает. Возвращаются ко мне. Один пусть ближе. Герои, еще немного.
Это у нас два двигает, по-моему. Подавление убейте с толком рядом. Угнем черепов переключить. Дайте гимн на хп присты. Дай убей. Две секунды. Сейчас там кто-то пошел. Я излечилась. Спускайтесь. Блин, как так? Я нажала на портал, а он исчез, а я не зашла. Как так? И никого рядом не было. Может, ты просто не заметила? Ну, я прям в него встала, нажимала, он исчез, а я как бы не в порталах летала. Просто. И порталы пропали. Так, значит, Мутя и Нейкис. Нейкис, тебе надо? Мутя, ну я тебе тапки тебе кину. Да не надо мне с орёшками. Да, с кем что ли? Нет, мне с обычки не надо. Давай, возможно, да. Эти с мастерством. Давай с мастерством. Пока глоры не выбьешь, они нормальные тебе помогут. Скажите потом после этого, когда зайти. А зачем ты варом зашел на Синду? Что тебе надо? Токены. Геровские? Да. Может быть, тебе не надо? Не надо. А ты подумай еще раз. Это кукуруз, скорее сними меня. Сейчас спущусь, сейчас. Блять. Не ту кнопку прожал, что ли? Просто упал как бомж. 7 секунд, 5, беги. 2, 1. Должны прорваться все на 8! Скорей! Остановите их! Господи, зачем такой голос сделали без понтов? Это заклинание еще не готово. Thank you.
лес эти все. Да, заходи. Окей. От синих меток отбегаете до того, как туда шар прилетит. Будет неплохо. А то вы кастуете, стоите, в небо смотрите. Маг получается. Видите сюда, тут подпускание. Собираемся все. Котей мы убираем. Мало хп будет у дракона, хоть и тереет, чтобы захилились все нормально, никто не умер. Любая тупая смерть, глыбы, тяжки, все глыбы на второй фазе будут под боссом, если в сторону, я скажу. Приоритет, сначала играете глыбу, потом босса, всегда. И которая перед притяжкой глыба, я буду говорить, бить ее до половины. Давайте смотрим Animal Jazz, Animal Jazz здесь, чек на пул. Дайте рыбу. Мытья, ты куда? Ты чё хочешь? Я тут. Так, дайте пока что рыбу. Дайте пока что рыбу, это быстрее. Баф на лока. Все бафы делаем. Захилимся, едим ману. Танки полушмоты делаем. Ставлю лучше, чтобы без перевозил. Каску накрали. Вот это огурщика. И кист можно. Прибахните нормально. Инту там дайте. Это заклинание. Все, давайте, чтобы полбах был. Чек на пух. Сначала захотаем рейд, потом будем спускаться. Все готовы, хоты. Пошли, спускаемся.
вы сюда явились? Ледяные ветра Нордспола унесут ваши души! Ищите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Один стак хлопнуть не зазорно, ребята. На второй фазе смотрите, чтобы никаких убеганий в сторону вовремя. Беги, малышка, беги! Вот сейчас умрите, пожалуйста. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные! Так, а как он умер, Леголас? Я что-то не заметил, прослабил. Метки внимания. Поклонский. Расстроился, что не упало кольцо. Сейчас его не надо. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Кукуруза, поднимай пули. Смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Кукуруза, поднимай пули, пулю захиливаем. Кукуруза. Захиливаем быстрее. Так, захилили рейд. Ну, не хлопайте, видите, вас на хлопе. Ребята, они про себя не тут. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Метки на Поклонском, на мне. Озвучивайте, пожалуйста, глыб. Он молча словить босса. Уходи. Слава, ты с нами? Ну да, а вы меня не слышите? Теперь слышу. Может быть, меня переносили в канал другой? Апис, поднимай меня. Я сделал две пружинки, меня не убило. Апис, поднимай Войда. Не зона действия. Вот там я. И готовьтесь захиливать, пожалуйста. Беги, малышка, беги! Отбегайте. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти? Дух просто нахрен. Нормально встал, да? Твоя борьба. Уйдите, милики, уйдите, уйдите, уйдите. Разбивайте сразу. Сторону, возле синдры склеп не бейте. Не бейте под синдрой склеп, сейчас притяжка. Дайте сокру. Дайте гимн на хп. Апис под босса. Дайте хп.
А что, меня не слышно, что ли? Слышно, ты куда прерываешься, что ли? Или просто, блядь, тормозишь слава. Давай, там боссы могут уйти. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая мания теперь бессильна! Разбивайте статус быстрее. Следующий под босс. Смотри, милики ушли. Следующий под босса будет притяжка. Быстрее скреп. Запись под босса. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая мания теперь бессильна! Беги, малышка, беги! Ушли, милики, ушли. Ушли, разбивайте сразу. А тут утипка, дай нам ману, ставьте тотемы. Три хила хилят, три освобожденка, два хиля, следующий в сторону. Смарт-хил в сторону. Милики, идем без скреп, РДД бейте синдром. Идем, милики. Ого, там бэры остались, пусаните следующий под босса. Ушли, милики. Под босса? Прячьтесь за ебаную глыбу и скидывайте стаки все. Беги, малышка, беги! Освобожденку выносил. Дайте рост. Я сказал, что не носить на второй фазе. Под босса все метки. Так, давайте под... Синдруя пьем скреп, тут добейте, все добили, давайте, следующие милики ушли, давайте, ушли, давай, под босса, под босса. Давай, разбиваем, добиваем синдру. Следующую сторону. В сторону несите, добиваем. Там стаки, не стаки, все равно. Мне кажется, не добьем. Не добьем. Тут много ДД. Давайте сразу скрепа нету, следующий туда под босса понесем. Интерлюд под босса. Скидываем, разбиваем. Сейчас притяжка, не бейте. Спрятались. Склеп не бить. Беги, малышка, беги! Давайте, ушли, следующий в сторону. Все, давайте, добивайтесь. Синдром уже точно. Синдру бейте. Следующий тоже в сторону. Аркаша в сторону. Аркаша. А чё, я прерываюсь или чё? Да. Ну, сейчас будет Алик подратить. Сейчас бы Талик задонатить. Задонатил? Какое хорошее дело сделал. Мне кажется, еще что-то задонатить тебе надо. Не-не-не, спасибо. Ну вот, что ты донатишь? По Потому что пидоры не ходят сначала, блядь, на эту хуйню. На ледокрылы, блядь. Ненавижу, уёбки. Так ты имеешь в виду, если ходить на ледокрылы, сразу Талик падает? Нет, то, что есть вероятность, то, что он упадет, это естественно. А, ну вот представь себе, вот идем чумку совет, да, я нихуя не ролю, чтобы забрать этот ебаный талик. А тут, блядь, талик не упал, значит, я могу ролить, блядь, остальное. Логично, логично. Тихо, сбой, не ругайся. Что-то разогнался, ну. А у тебя что, Воль, случилось? Что? Типа, пропадал. Да я не знаю даже. О, молчал. Покоритель. Заебись, паролин. Заебись, да, согласен. Ебать.
Мне нужно отойти на него. Фаер-тролль выше. Иди, иди, зайка. И я не наебываю. Да ты гонишь. Так а чё ж ты так со злости-то? Ко всем. Ты не забирал? Твой? Не, я не забирал. Не падал ещё покоритель. Заебись. Что-то, да? Ну и чё, я поезд забрал, всё, заебись. А скажите мне, пожалуйста, вот эта шея, она вообще падает? Или всё уже? Какая? Которая с Синдры. Да, да, падает. Вы буквально... Скажите мне вообще, а Талик-то вообще падает, сука, когда он не нужен? Нет? Ну все, идите на... Бля, тут походу не падает. Уже всё. Нет, вообще нахуй не нужен, он, сука, падает по КД.